Так, закончил я тестирование Transfer Learning Toolkit. Это тулзовина от NVIDIA для того, чтобы можно было в очень простые шаги, буквально там несколько минут, взять модель нейронной сети, в принципе, и задеплоить ее в так называемый стриминговый сервис от NVIDIA, это DeepStream. Вот, я это все, в принципе, уже протестировал. Сегодня хочу показать, как это работает на камере, которая у меня питается от микротика. В принципе, основное питание это PoE, Power of Ethernet. Так, и модель сети я взял PeopleNet, которая была уже предобучена и была в облаке NVIDIA. В принципе, тестирую все на карточке GeForce GTX Titan X, паскалевская еще, с 12 гектарами. Вот, вот что у меня получается. Так, стриминг у меня идет с одной камеры по RTSP потоку. Поток основной 1920 на 1080, но в самом DeepStream я его немножко уменьшаю для того, чтобы работал трекинг объекта лучше. Трекинг объектов – это вот та индексация, которая видна на в окне в каждом объекте, который детектируется. Вот, в принципе, как это работает. Там в модельке основных три класса. Это Person, Faces и Bags. Это всякие рюкзаки, сумки и так далее. Сейчас возьмем рюкзак и посмотрим, что у нас будет с рюкзаком. Так, вот, в принципе, как это работает. Довольно шустро работает. Да, DeepStream сразу же, когда берет модельку нейросети, то ли TensorFlow, то ли PyTorch, там есть скрипт, который делает конвертацию в TensorRT. То есть для движка под NVIDIA чипы. В принципе, на TensorRT сейчас работает. DeepStream, основное ядро работает на C++, но там есть обертка на Python. В принципе, все это можно выгружать, дополнительным контейнером оборачивать, чтобы все эти данные, количество, допустим, тех же людей, машин, рюкзаков, фейсов, вы куда-то выгружали, в какую-то базу, либо какой-то дашборд. Вот, в принципе, как это работает. В принципе, в течение там, пару часов можно разобраться, все контейнеры собрать, загрузить сэмплы. Если вам нужно будет доучить, там также в TLK, так называемый Transfer Learning Kit, в принципе, есть все необходимое для того, чтобы можно было на своих данных обучить сетку. Ее потом же также использовать. Так, то, что касается по загрузке, ну, в целом, вот тот поток, который сейчас идет по RTSP. Да, кстати, и компьютер, и камера у меня висят на одном свече, то есть роутере, который Mikrotik PoE. Поэтому, возможно, если это будет через интернет, выбирайте поток гораздо ниже, чтобы битрейт был немножко ниже. Потому что могут быть просадки по FPS, соответственно, тот же трекинг немножко будет страдать. Вот, в принципе, теперь модельку можно будет задеплоить на Jetson, тот же Jetson Nano, TX2 или что-нибудь другое, там, где, в принципе, да, на эти же платы отлично садится и DeepStream от NVIDIA. Вот, в принципе, как это работает.